Первый в этом учебном году день открытых дверей состоится 6 октября в 12 часов в актовом зале ЮРГУ. В холле второго этажа главного учебного корпуса традиционно будет представлена выставка институтов и высших школ университета, где старшеклассники и их родители смогут ознакомиться с направлениями подготовки студентов. Также будущие абитуриенты встретятся с представителями университета. Ректор ЮРГУ Александр Шестаков представит перспективы и стратегию развития университета. Ответственный секретарь приемной комиссии Александр Губарев расскажет о новых правилах приема, сроках подачи документов и зачисления в 2020 году, контрольных цифрах набора на бюджетную форму обучения. Также гостям расскажут о военном центре и возможностях бесплатной подготовки к ЕГЭ. На вопросы гостям ответят директора высших школ и институтов ЮРГУ.